Также данным приказом определен перечень документов, необходимых для получения свидетельства о перевозке, сроки, порядок, последовательность административных процедур и требования к их выполнению. Документы, которые необходимы для получения свидетельства, это у нас заявление, документ, удостоверяющий личность заявителя, доверенность, договор, либо иной документ, если заявитель предоставляет интересы собственника транспортного средства. Если перевозка опасного груза осуществляется в цистернах, это свидетельство об официальном утверждении типа цистерны, свидетельство о поверке испытаний цистерны. Срок предоставления госуслуги исчисляется с момента регистрации и не должен превышать одного рабочего дня. Максимальное же ожидание в очереди при подаче документов должно составить всего 15 минут. Оформить свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов в нашем городе можно в местном отделе ГИБДД по адресу Николая Буды, 56.